Сегодня наше утро начинается на заводе «Турбоатом» на территории профтехучилища номер 10. Здесь готовят токарей. Как же начинается утро токарей, сейчас мы узнаем. Профтехучилище начинается по расписанию. Отдельные группы идут и занимаются теорией, теоретическими занятиями, а другие группы по учебному плану проходят производственное обучение. Мы сейчас находимся в наших производственных мастерских и смотрим, как работают наши учащиеся первого курса обучения. Это учащиеся на базе 11 классов, срок обучения у них 10 месяцев и прошедшие после прошествия 20 дней сентября мы видим, как учащиеся уже умеют выполнять отдельные, не очень сложные операции на станках. Есть такое мнение, что ПТУ это не престижно, и обычно сюда ходят двоечники. Во всяком случае, такое мнение бытовало. Да, это правильно, все бытовало, но вот с каждым годом вот именно ребята приходят все лучше. Ну, почему? Потому что ребята это хорошие, в институты сейчас не все поступают, поэтому иногда приходят очень хорошие ребята. Мало ребят идут городских, в основном такие вот ребята, ну, сельской местности. Я заметила, что эта группа необычная, здесь обучается девушка, она пришла сюда, потому что некуда было идти или она не могла никуда пойти? Нет, она пришла именно, ну, добровольно, и изъявила желание, именно ей предлагали там на бухгалтера, на оператора электронно-вычислительных машин, но она именно хотела эту специальность. Вы не побоялись, что такое хрупкое создание можно поставить у станка? Да, дело в том, что раньше у меня было много всегда девушек. А с чего начинается ваше утро? Утро? Ну, пойдем, думаю, как идти на учебу, что я нового узнаю. Но здесь те, кто и с любовью приходят сюда. Есть такие, здесь даже, я вам скажу, многие с любовью сюда пришли. Мое утро начинается, я просыпаюсь, умываюсь, и прежде всего я думаю о том, а какой будет мой день рабочий. Я очень люблю эту работу, и буквально до вечера, с утра до вечера я нахожусь вот в этой мастерской. С чего начинается ваше утро? Подъем, перекусил и пошел учиться. Утро начинается с первого, с звонка, когда ребята приступают к занятиям. И когда директор прошел по училищу, тишина, все работают, учатся. Это самые приятные утренние минуты. Даша, а что вы больше всего в жизни любите? Больше всего путешествовать. Но здесь же все время на одном месте. Будем стараться как-то вместе все узнавать. А откуда возникло желание прийти именно в ПТУ и именно стать токарем? Ну, я давно об этом думала. И как бы друг мне подсказал, что есть Харьков, ПТУ номер 10. Здесь хорошие преподаватели, и можно на того, кого ты хочешь. А кем вы хотели с детства быть? С детства? Дальнобойщиком. Здесь утро – это работа, работа – это утро. Утро продолжается. Thank you.